хайпанем немножечко. Привет, ребята! С вами Миля, и сегодня у нас такой вопрос. Кто стоит за дружко-шоу? Для тех, кто не знает, что такое дружко-шоу, это популярное российское шоу, которое появилось в конце апреля на YouTube. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию, но делать этого не стал. Первый выпуск программы посмотрели более 11 миллионов раз. Ведущим шоу является Сергей Дружко. Он стал известным благодаря программе «Необъяснимо, но факт». И отрывки из этой программы стали популярными интернет-мемами. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Многих интересует вопрос, что это за дружко-шоу, кто за ним стоит и чей это проект. Скорее всего, этим проектом занимается Life News, и у меня есть несколько доказательств. Например, дружко-шоу снимается в студии Life News. Можете сравнить скриншоты. Снял видео и заработал деньги. С помощью мобильного приложения Life News можно стать репортером, не выходя из дома. Можете даже не отвечать на этот вопрос, потому что я считаю, что интервью пора заканчивать. Я не могу себе позволить уделять одной рубрике час эфирного времени, как делают мои коллеги-интервьюеры. Также в дружко-шоу снимается Лев Шагинян, который работает и ведет новости на Life News. Прилагаю скриншоты с ним. В студии Лев Шагинян, и я расскажу вам коротко о самых главных событиях этого дня, прямо сейчас. Без Лола и Кека не бывает чебурека. Сами Life News отшучиваются и говорят, что дружко-шоу создает то Министерство культуры, то программа «Пока все дома», то инопланетяне, с которыми Дружко подружился еще на съемках программы «Необъяснимо, но факт». Что? Какие инопланетяне? Что за бред они придумывают? Сами Life News создают это шоу. Я думаю, вы со мной согласны. А еще, если вы заметили и смотрите канал Life News, то они уже несколько месяцев не показывают свою студию и ведущих, а просто рассказывают новости за кадром. А какое ваше мнение насчет дружко-шоу? Что думаете о такой необычной программе? Пишите в комментариях. А на сегодня все. Ставьте лайк, если понравилось видео. Делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Всем пока!